Здравствуйте, рад приветствовать вас на моем канале. Итак, перед вами абрикос. Обрезаем его второй год уже подряд. Оставлю под этим видео ссылку на видео. При посадке был укорочен где-то на 60 сантиметров здесь. Через год оставили еще 40 сантиметров. Еще раз укоротили. Была сделана летняя обрезка здесь, здесь. Для разветвления. Теперь весна второго года после посадки. Что делаем? У нас есть центральный проводник. Пошел вверх. Он должен быть выше всех. Остальные соподчиняем. То есть вначале мы его укорачиваем на почку, которая идет на вне. Укорачиваем. Остальные побеги от него идущие. Берем первый ярус. То, что идет внутрь, ветка, удаляю. Центральный проводник этой ветки должна быть выше. Соседняя, конкурент, вот так делаю по диагонали и укорачиваю. То есть она должна не обгонять эту ветку. Беру вторую ветку. Есть вторая ветка и немного выше. Вот в таком положении эту ветку я оставлю на очень хороший угол отхождения. Я ее оставлю, укорочу, то же самое на определенную высоту. Что касается вот этого, ее я вырезаю полностью. Почему? Потому что есть очень близкое расстояние, а эта ветка у меня будет основная. Поэтому ненужную удаляю. Почему я оставил эту ветку? Потому что она уже начинает обрастать плодовой древесиной и очень хороший угол отхождения в сторону. Укорачиваем ее в сторону. Далее. Что касаемо других веток, то же самое. Укорачиваем их в сторону. Раз. Два. Три. Вот что у нас получилось. Центральный проводник и 1, 2, 3 скелетных ветвей. Пока что. Что мы делаем? Делаем соподчинение. Центральный проводник. Есть ветка. Другая ветка, которая не должна обгонять эту ветку, потому что она расположена ниже. Поэтому ее чуть-чуть ниже укорачиваем. Далее идем. Еще есть нижняя ветка. Она не должна обгонять эту ветку. Вот высота. Видите, настолько выше. Поэтому мы ее обрезаем еще ниже. Далее идем. Эта ветка выше этой. Поэтому растущая ниже должна быть ниже этой ветки. Опять же. Раз. И немного ниже. Далее, эта ветка наравне с этой вырастает, то есть основание у нее наравне, поэтому мы ее и наравне укорачиваем. А веточка, которая идет от нее, не должна ее обгонять. И вот, что у нас в итоге получилось. Такое деревце, правильно расположенные ветки по кругу и есть соподчинение. Те, кто выше начали рост, те и остаются выше. Те, кто ниже, те остаются ниже. Молодой прирост около 30 или 40 сантиметров. А центральный проводник около 50 сантиметров. Для того, чтобы здесь развилось еще несколько ветвей. И не загущало внутреннее. Все маленькие веточки я оставляю. Вот уже... Где-нигде, вот здесь, здесь первые бутончики появляются. Я никогда первые плоды не убираю, и все эти шпорцы я оставляю. Когда они сильно загущаются, да, можно убрать. На данный момент мы обрезали так. Это у нас абрикос, второй год после посадки, весна. Мы оставили раз, два, три основные скелетные ветви, и две, одну и вторую, уже как бы второго яруса. На этом пока все. Спасибо за внимание. Следите за моим видео. Летом я покажу еще, как я буду его обрезать.
одной или даже двумя летними обрезками. И что с этого будет, как он будет развиваться дальше. На данный момент он имеет высоту 1,70 м. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.